Комплексный дорожный ремонт закончен на Акатовой. Работы выполнялись по заказу мэрии. Результат оценили и местные жители, отметив, что все было выполнено оперативно. Появление хорошей, ровной, асфальтированной дороги гораздо упрощает подъезд к дому и передвижение по придомовой территории. Конечно, небо и земля, да. Все рады, все довольны. Спасибо. Таксисты тоже рады, водители рады. Я тут живу уже с 2008 года. Сколько? Лет 15 дорогу не ремонтировали. Сейчас подремонтировали, стало получше. Работу проводила подрядная компания «Магистраль ДВ». Бригады заменили основания, сделали тротуары со стороны подъездов и уложили в два слоя новый асфальт. По словам специалиста мэрии Юрия Трунова, всего в Владивостоке комплексно отремонтируют 30 участков дорог. На всех объектах, в том числе и на этом, предусмотрен комплекс мероприятий по замене асфальтового покрытия, бордюрного камня, тротуарных частей. Организация водоотведения на объектах выполнялась как закрытым способом, это при наличии сетей ливневой канализации на объектах, это восстанавливали и трубопроводы, и приямки, обеспечивали дополнительный водоотвод, так и, как, например, на этом объекте, это организация обеспечением нормативных поперечных и продольных уклонов. На данный момент этот же подрядчик ведет ремонт дороги от улицы Терешкова вдоль домов с 13 по 23 к школе номер 59. Работы должны завершить к середине сентября. Анна Дьякова, новости на восьмом.